Всем привет, с вами установочный центр ПК Авто. Мы находимся в автомобиле Шкода Йетти 2012 год. Магнитола у нас на андроиде, естественно, производитель в ОМИ. Конфигурация 6 на 128 гигабайт. Очень быстрая, крутая магнитола с LTE, с симкой и так далее. Камера заднего вида у нас сегодня подарочная. Ну, кстати, неплохого качества. Угол обзора маленький. Изображение, конечно, не такое четкое, но тем не менее. Она есть, показывает классно. Главный экран магнитол, естественно, Яндекс.Навигатор, YouTube. Это вы все знаете, все это есть в магнитоле, все классно работает. В данном случае у нас комплектация, выключить экран, Йетти с климат-контролем, с кондиционером. Есть такие комплектации с климат-контролем. То есть рамка у нас для обеих комплектаций. То есть рамка отдельно, и в комплект к рамке входит вот такой переходник под климат, либо под кондиционер. Как бы, если вы из другого региона, не переживайте, у нас все есть. Как бы, фото по запросу отправляем вы нам, мы вам. Все подбираем грамотно и в лучшем виде. Естественно, едем в Сбербанк. В путь. Кнопочек на руле у нас нет в данном случае, но если бы они были, они бы полностью работали без каких-либо проблем. Магнитола со встроенным DSP-процессором, усилителем звука. Очень классный, мощный звук. Миллион настроек, прям эквалайзер, пожалуйста, настраивайте пресеты, рок, поп, джаз, это уже все играет в лучшем виде. Есть разделение экрана, YouTube открываем, два квадратика, ищем Яндекс, ставим себе налево, справа выбираем YouTube, либо там онлайн-ТВ, либо ну, чем пользуетесь там, не знаю. Валера, ты где? Выключить звук. Есть комфорт для глаз, экран желтенький становится, это не режет глаза, очень удобно пользоваться. Ползунком на весь экран, либо в одну сторону Яндекс.Навигатор, либо в другую сторону YouTube. Экран 10 дюймов, он действительно очень большой, и смотрится здесь классно, все вообще по-родному. Мне очень нравится. Подсветочки, естественно, зеленые, в цвет штатной подсветочки вот этой. Убираем комфорт для глаз и продолжаем по магнитоле. Это обычный Android, Android 10 с обычным Play Market. Скачиваете все, что возможно на сегодняшний день. Как бы также можете скачать через обычный поисковик. Там Google, Яндекс, не знаю, чем вы пользуетесь. Заходите, скачать, и все, и на магнитолу устанавливаете. 128 гигов памяти вам вообще за глаза это будет. Мы предустанавливаем перед сдачей автомобиля клиенту Яндекс.Навигатор, YouTube, онлайн-ТВ. Это самое основное приложение, которым пользуются. Но остальное вы сами скачаете без каких-либо проблем. Хотите так же, хотите по-другому, хотите подешевле, подороже, переходите по ссылке в описании, все подберем, расскажем, отправим, установим, проконсультируем по оборудованию в ОМИ. Все без проблем. Звоните, не стесняйтесь, все это бесплатно. Звонок, мы с вами поговорили, рассказали друг другу, что хотим, что мы вам можем предложить. И вы принимаете решение, ставить или нет. А я думаю, вы примете решение ставить. Всем пока.